Погоди. Что это? Какое число? Да ты посмотри! День рождения же у нас! Глазам не верю! А мы-то какие? Какие? Нечесанные, нелизанные, неумытые! Надо помыться! Помогай, помогай, помогай! Ты что там смотришь? Давай, давай, вот тут мне помой за ухом! Отрастила тут, понимаешь, уже! Давай, давай быстрее мыться! Я слышу, уже они шуршат, сейчас будут поздравлять, а мы такие... Вкусно, да? Всем привет! С вами Элис и Майкл! Ты чего? Сегодня мы будем кот... Нет, подожди, я придумала! Я сам! Мы сегодня для кот будем делать трот! Я расскажу! Мы сегодня будем радовать наших котов! Делать им тортик! Для тортика мы взяли много куриного филе, еще куриную печень, сухой корм для украшения, сосисочки, кошачьи консервы и вместо свечек куриные ляжки. Начинаем накладывать слоями наш тортик. Курочка, печень, сосисочки. Миша сосисочки складывал в себя. Вместо крема мы использовали кошачьи консервы. Потом снова курочка, печень. Много-много. Сверху кошачий паштет. Он нас сильно удивил. Кулича, ча-ча-ча, ти. Вот это хочу попробовать. Ну пробуй. Чук. Пау. Пау-пау-пау. Кулича, ча-ча-ча. Кошачий корм, да? Да. Сверху мы украсили сухим кормом, типа кондитерской посыпки. Ну и последний штрих – это свечки. Крутой торт! Мяу! У нас получилась праздничная неделя. Сначала был день рождения у Миши, теперь у котиков, а в эту субботу будет у меня. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить наши праздничные выпуски. А мы пойдем угощать наших именинников. Поздравляем! 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 Коты сегодня кушают любимый тортик. Еще со свечками кушаем. Свечки. Курочка, да? Котик, задувай свечки.